Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится устройство OnePlus Nord CE4 Lite. И сейчас я покажу вам, как включить частный DNS. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел «Подключение общий доступ». Здесь выбираем частный DNS. И, во-первых, мы его здесь можем выключить, можем включить автоматически, либо можем указанную DNS. И здесь мы вводим. Вы можете найти любые DNS в целом в интернете. И вводим, например, DNS. Допустим, вот это. Нажимаем «Сохранить». Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.